Здравствуйте. Хочу представиться Клюева Елена Георгиевна, старший преподаватель кафедры ИСК РГТУ. Лекция подготовлена совместно со старшим преподавателем кафедры ИСК Солодовниковой Ириной Валентиновной. Тема лекции – объекты, жизненный цикл объектов, отношения между объектами. В лекции подробно рассматриваются основные элементы объектной модели, абстракция, инкапсуляция, модульность и иерархия, а также основные понятия, такие как класс и объект, отношения между объектами. Цель лекции – изучить основные концепции объектной модели и эволюцию, освоить систему обозначений и овладеть методами объектно-ориентированного анализа и проектирования. В настоящее время объектно ориентированное проектирование является мощной и богатой идеями парадигмой, которая широко используется во всем мире. Объектно ориентированная технология стала основным методом промышленной разработки программного обеспечения. Объектно ориентированная технология не выросла спонтанно на развальных бесчисленных проектах, потерпевших крах из-за устаревшей технологии проектирования, и не является радикальным пересмотром предшествующих подходов. На самом деле, она выбрала себя наилучшие идеи более ранних методологий. Большинство современных промышленных систем программного обеспечения намного масштабнее и сложнее своих предшественников, созданных всего несколько лет тому назад. Возрастание сложности стимулировало многочисленные прикладные исследования по методологии проектирования программного обеспечения, особенно в области декомпозиции, абстракции и иерархии. К сожалению, поскольку объектная модель является наследником нескольких концепций, ее терминология довольно запутана. Например, для обозначения одного и того же понятия в языке Smalltalk используется термин «метод», а в языке C++ — виртуальная функция «член». Программисты, работающие на языке Object Pascal и C-Sharp, говорят о приведении типов, а на языке ADA — о преобразовании типов. Для того, чтобы прояснить ситуацию, необходимо уточнить, что считается объектно-ориентированным, а что нет. Объектно-ориентированное программирование – это метод программирования, основанный на представлении программы в виде совокупности взаимодействующих объектов, каждый из которых является экземпляром определенного класса, а классы являются членами определенной иерархии наследования. Программа считается объектно-ориентированной, только если выполнены все три указанных требования. Юназава и Такора указывают, термин «объект» почти одновременно возник в начале 70-х годов в разных, независимых друг от друга областях компьютерных наук. Этот термин означал разные, хотя и взаимосвязанные понятия, изобретенные для того, чтобы уменьшить сложность систем программного обеспечения. Объекты использовались для представления компонентов системы, допускающие разложение на модули или фрагменты представляемых знаний. Леви отметил, что на эволюцию объектно-ориентированных концепций оказали влияние следующие события. Первое. Усовершенствование архитектуры компьютеров, включая повышение мощности систем и аппаратной поддержки операционных систем. Второе. Развитие языков программирования, таких как симула, смокток и ада. Третье. Достижение методологии программирования, включая принципы модульности и сокрытия данных. Концепция объекта возникла более 20 лет назад при конструировании компьютеров в дескрипторной и мандатной архитектурой. Эти разновидности архитектуры отличались от классической архитектуры фон Неймана и пытались преодолеть разрыв между высоким уровнем абстракций, присущих для языков программирования, и низким уровнем абстракций, характерных для компьютеров. По мнению сторонников этих подходов, преимущества новых разновидностей архитектуры позволяли лучше выявлять ошибки, повышали эффективность выполнения программ, сокращали количество инструкций, упрощали компиляцию и снижали объем требуемой памяти. Компьютеры тоже могут иметь объектно ориентированную архитектуру. С объектно ориентированной архитектурой тесно связаны объектно ориентированные операционные системы. Работая над мультипрограммной системой The, Дейкстрем впервые ввел понятие строительных систем как машин с многоуровневыми состояниями. К первым объектно-ориентированным операционным системам относятся PlusA System 250 для мультипроцессора PlusA 250, Hydra для компьютера CMMP, разработанного компанией CMU, CALTSS для компьютера CDC 6420, CAP для компьютера Cambridge CAP, UCLA Security Unix для компьютеров PDP 11, UCLA Security Unix для компьютеров PDP 1145 и 1170, Star OS для компьютера CM, компьютера CMU, Mendoza для компьютера CM и e IMAX для компьютера Intel 432. Вероятно, наиболее значительный вклад в объектную модель внесен объектными и объектно-ориентированными языками программирования. Впервые понятия классов и объектов появились в языке Simula 67. Система Flex и последовавшие за ней диалекты Smalltalk 72, 74, 76 и, наконец, последняя версия Smalltalk 80 Приняв парадигму языка симула, довели ее до логического завершения, реализовав все возможные сущности в виде экземпляров классов. В 1970-х годах был разработан ряд языков Alphard, CLU, Euclid, Gypsy, Меса и Модула, поддерживающих идею абстракции данных. Последующие исследования привели к внедрению идей языков симула и смолкток в традиционные языки высокого уровня. Объединение объектно-ориентированного подхода с концепциями языка C привело к появлению языков C++ и Objective-C. Впоследствии для предотвращения наиболее распространенных ошибок, характерных для программ на языке C++, был разработан язык Java. Внедрение концепции объектно-ориентированного программирования в язык Pascal породило языки Object Pascal, Eiffel и Ada. Кроме того, появились диалекты языка Lisp, парирующие свойства языков Симула и смолк-толк. Первым, кто указал на важность построения систем в виде многоуровневых абстракций, был Дейкстра. Позднее Парнас ввел идею сокрытия информации. В 1970-х годах ряд исследователей, главным образом Лесков и Жиль, Гудток и Шоу, разработали механизмы абстрактных типов данных. Хор дополнил эти подходы теорией типов и подклассов. К этому еще следует добавить три момента, оказавшие влияние на становление объектного подхода. Первое ⁇ развитие теории баз данных. Второе ⁇ исследования в области искусственного интеллекта. Третье ⁇ достижение философии и теории познания. Несмотря на то, что технологии построения баз данных развивались независимо от языков программирования, они также внесли свой вклад в разработку объектного подхода в основном с помощью идей подхода сущность-отношения – Entity Relationship, ER, к моделированию данных. Модели ER, предложенные Ченом, моделирование происходит в терминах сущностей, их атрибутов и взаимоотношений. Свой вклад в развитие объектно-ориентированных абстракций внесли также исследователи в области искусственного интеллекта, разрабатывающие методы представления знаний. В 1975 году Минский впервые выдвинул теорию фреймов для представления реальных объектов в системах распознавания образов и естественных языков. С тех пор фреймы стали использоваться в качестве архитектурной основы в различных интеллектуальных системах. Объектная модель стала предметом исследования философов и специалистов по когнитологии. Идея о том, что мир можно рассматривать как совокупность объектов или процессов, была выдвинута еще в Древней Греции. В XVII веке Декарт высказал мысль, что объектно ориентированный взгляд на мир является вполне естественным. В XX веке эту тему развивала Ренд в своей философии объективистской эпистемологии. Позднее Минский предложил модель человеческого мышления, в которой разум человека рассматривается как совокупность различно мыслящих агентов. Он утверждает, что только взаимодействие таких агентов порождает то, что мы называем интеллектом. Каждый стиль программирования имеет свою концептуальную основу и требует уникального подхода к решению задачи. Основой объектно-ориентированного стиля является объектная модель. Эта модель состоит из следующих четырех главных элементов. Абстракция, инкапсуляция, модульность и иерархия. Термин «главный элемент» означает, что без любого из них модель не является объектно-ориентированной. Кроме главных в этой модели существуют еще три дополнительных элемента. Контроль типов, параллелизм. Персистентность. Термин дополнительный элемент означает полезный, но несущественный компонент объектной модели. Принцип абстрагирования реализуется в ряде методов при решении задач с использованием объектной модели. Абстрагирование ⁇ один из основных методов, позволяющих справиться со сложностью разрабатываемого программного обеспечения. В литературе можно встретить разные определения и расшифровки того, что понимается под термином абстрагирование. Хор дает следующее определение. Абстрагирование проявляется в нахождении сходств между определенными объектами, ситуациями или процессами реального мира и в принятии решений на основе этих сходств, отвлекаясь на время от имеющихся различий. Берзинс, Грей и Науман рекомендуют признать идею абстракции только если она может быть описана, понята и проанализирована независимо от механизма ее дальнейшей реализации. Шоу считает абстракцией упрощенное описание или спецификацию системы, выделяющую одни свойства и затеняющие другие. А хорошая абстракция подчеркивает значимые детали и отбрасывает на ну, существенные на данный момент. Суммируя эти разные точки зрения, приходим к определению абстракции, которая дает Буч. Абстракция выделяет существенные характеристики некоторого объекта, отличающие его от всех других видов объектов, и таким образом четко описывает его концептуальные границы с точки зрения наблюдателя. Абстракция концентрирует внимание на внешнем представлении объекта и позволяет отделить существенные особенности поведения от их реализации. Абельсон и Сусман назвали такое разделение поведения от его реализации принципов минимальных обязательств, в соответствии с которым интерфейс объекта должен обеспечивать только существенные аспекты его поведения и ничего больше. Существует также дополнительный принцип наименьшего удивления, согласно которому абстракция должна полностью описывать поведение объекта, не больше и не меньше, и не порождать сюрпризы или побочные эффекты, выходящие за пределы абстракции. Границы между существенными и несущественными с точки зрения разрабатываемой программной системы особенностями поведения объекта называются барьером абстракции. Выбор правильной совокупности абстракции для заданной предметной области представляет собой главную задачу объектно-ориентированного проектирования. Существует целый спектр абстракций, начиная с объектов, почти точно соответствующих реалиям предметной области, и заканчивая совершенно излишними объектами. Перечислим абстракции в порядке убывания их полезности. Абстракции сущности. Объект представляет собой полезную модель некоторой сущности в предметной области. Абстракция поведения. Объект, состоящий из обобщенного множества операций, каждая из которых выполняет однотипные функции. Абстракция виртуальной машины ⁇ объект, группирующий операции, которые либо вместе используются на более высоком уровне управления, либо сами используют некоторый набор операций более низкого уровня. Произвольная абстракция ⁇ объект, включающий в себя набор операций, не имеющих друг с другом ничего общего. Мы стараемся строить абстрактные сущности, так как они соответствуют сущностям предметной области. Клиентом называется любой объект, использующий ресурсы другого объекта, называемого сервером. Поведение объекта характеризуется услугами, которые он оказывает другим объектам, и операциями, которые он может выполнять над другими объектами. Такой подход концентрирует внимание на внешних проявлениях объекта и приводит к идее, которую Мейер назвал контрактной моделью программирования. Внешнее проявление объекта определяет его контракт с другими объектами, подлежащие выполнению его внутренним устройством, часто во взаимодействии с другими объектами. Контракт фиксирует все предположения, которые объект-клиент может формулировать относительно поведения объекта-сервера. Иначе говоря, контракт определяет ответственность объекта, то есть его обязательное поведение. Каждая операция, предусмотренная этим контрактом, однозначно определяется ее уникальной сигнатурой, состоящей из формальных параметров и типа возвращаемого значения. Полная совокупность операций, которые клиент может осуществлять над другим объектом, вместе с установленным порядком их вызова, образует протокол. Протокол указывает все возможные способы, которыми объект может действовать или реагировать на воздействие, полностью определяя внешнее статическое и динамическое представление абстракции. Главной идеей абстракции является концепция инварианта. Инвариант ⁇ это логическое условие, истинное или ложное, которое должно выполняться всегда. Для каждой операции, ассоциированной с объектами, можно задать предусловие инварианты предполагаемые операцией и постусловия инварианты, которым удовлетворяет операция. Нарушение инварианта противоречит контракту, связанному с абстракцией. Если нарушается предусловие, то это значит, что клиент не соблюдает свои обязательства и сервер не в состоянии надежно функционировать. Аналогично, если нарушается постусловие, то свои обязательства не выполняет сервер, так что клиент больше не может ему доверять. Признаком нарушения некого варианта является исключительная ситуация. Некоторые языки позволяют объектам генерировать исключительные ситуации, чтобы отменить дальнейшую обработку данных и предупредить о возникшей проблеме другие объекты, которые, в свою очередь, могут перехватывать и обрабатывать исключения. Правило единственности абстракции было сформулировано Робертом Мартином. Класс должен обладать единственной ответственностью, реализуя ее полностью, реализуя ее хорошо и реализуя только ее. Класс должен реализовывать одну и только одну абстракцию и реализовывать ее полностью, чтобы программист ее использующий не был бы поставлен перед необходимостью иметь дело с монстраобразными классами, реализующими несколько абстракций одновременно. Очевидно, что реализация в одном классе нескольких абстракций снижает переиспользуемость. Однако этот принцип является одним из наиболее часто нарушаемых. Признаками нарушения принципа единственности абстракции являются первое, Затруднение с выбором подходящего имени класса. второе, Большое количество методов в классе. третье, Большое количество входящих или исходящих зависимостей. Четвертое. Систематическое нарушение других принципов дизайна. Действительно, если вы затрудняетесь дать абстракции имя, ясно говорящее о том, что она делает или чем является, то стоит задуматься, а существует ли такой класс вообще. Многие исследователи предлагали разнообразные источники классов и объектов, согласованных с требованиями предметной области. Этот подход называется классическим, поскольку в его основе лежат принципы классической категоризации. Например, Шлайер и Меллер предложили следующие источники классов и объектов. Материальные предметы ⁇ автомобили, телеметрические данные, датчики давления. Роли ⁇ отец, учитель, политик. События ⁇ посадка, прерывание, запрос. Взаимодействие ⁇ заем, встреча, пересечение. Для моделирования баз данных Рос предложил аналогичный список. Люди – индивидуумы, выполняющие некоторые функции. Места – области, связанные с людьми или предметами. Предметы – материальные объекты или группа объектов. Организации – формально организованные совокупности людей, ресурсов и оборудования, имеющих определенную цель и в целом не зависящих от индивидуумов. Концепции, принципы и идеи, используемые для организации деятельности или мониторинга, или обмена информацией. События. То, что происходит в определенный момент времени или последовательно. Код и Йордан предложили свой список источников потенциальных объектов. Структуры. Отношения является из э и является частью part of. Другие системы внешние системы, с которыми взаимодействует приложение, устройства, с которыми взаимодействует приложение, события, которые необходимо запомнить, разыгрываемые роли, роли, которые исполняются пользователями, работающими с приложением, места, здания, офисы и другие места, существенные для работы приложения, организационные единицы, группы, к которым принадлежат пользователи. На более высоком уровне абстракции Коат ввел понятие предметной области, состоящей из логически связанных групп классов, относящихся к высокоуровневым функциям системы. В качестве примера рассмотрим автомобиль. Каждый человек имеет набор представлений и ассоциаций, связанных с этим понятием. Это объект, который во взаимодействии с другими объектами, системой зажигания, карбюратором, коробкой передач, обеспечивает определенную функциональность. Эта функциональность заключается в способности создания крутящего момента вала, который передается коробке передач. При этом двигатель использует при работе другие системы ⁇ систему зажигания и систему подачи топлива. В нашем случае двигатель является абстракцией, выделенной на основе своей наиболее существенной характеристики, а именно способности превращать химическую энергию топлива в механическую энергию вращения распределительного вала. Продолжая анализ и декомпозицию автомобиля, можно выделить набор абстракций, элементами которого будут двигатель, коробка передач, система зажигания и так далее. Каждая из этих абстракций выделяется на основе своего интерфейса и функциональности. Следующим важным принципом, который непосредственно призван осуществлять поддержку абстрагирования, является инкапсуляция. Процесс выделения ключевых абстракций при решении поставленной задачи в большей степени относится к объектно-ориентированному проектированию. Инкапсуляция же, напротив, является главенствующим принципом объектно-ориентированного программирования. Абстракция и инкапсуляция дополняют друг друга. В центре внимания абстракции находится наблюдаемое поведение объекта, а инкапсуляция сосредоточена на реализации, обеспечивающей заданное поведение. Как правило, инкапсуляция осуществляется с помощью сокрытия информации, а не просто сокрытия данных, то есть утаивания всех несущественных деталей объекта. Обычно скрываются как структура объекта, так и реализация его методов. Никакая часть сложной системы не должна зависеть от внутреннего устройства какой-либо другой части. В то время как абстракция помогает людям думать о том, что они делают. Инкапсуляция позволяет легко перестраивать программы. Инкапсуляция определяет четкие границы между разными абстракциями и позволяет таким образом провести ясные различия между понятиями. Барбара Лисков прямо утверждает, что абстракция будет работать только вместе с инкапсуляцией. Практически же это означает, что в любом классе присутствуют две части – интерфейс и реализация. Интерфейс класса фиксирует лишь внешнее представление объекта, описывая абстракцию поведения всех объектов данного класса. Реализация класса содержит как представление абстракции, так и механизмы достижения требуемого поведения объекта. Интерфейс класса содержит все предположения, которые клиент может сформулировать относительно объектов класса, а реализация скрывает от других объектов все детали, не имеющие отношения к процессу, все, что не касается предположений клиента. Принцип разделения интерфейса и реализации соответствует сути вещей. В интерфейсной части собрано все, что касается взаимодействия данного объекта с другими объектами, а реализация скрывает от других объектов все детали, не имеющие отношения к процессу взаимодействия объектов. Бритон и Парнас назвали такие детали тайными абстракциями. Итак, инкапсуляцию можно определить следующим образом. Инкапсуляция ⁇ это процесс разделения элементов абстракции, определяющих ее структуру и поведение. Инкапсуляция предназначена для изоляции контрактных обязательств абстракции от их реализации. Разумная инкапсуляция должна локализовать проектные решения, которые могут измениться. По мере эволюции системы ее разработчики могут обнаружить, что какие-то операции выполняются недопустимо долго, а какие-то объекты занимают слишком много памяти. В таких ситуациях внутреннее представление объекта, как правило, изменяется, чтобы реализовать более эффективные алгоритмы или оптимизировать использование памяти, заменяя хранение данных их вычислением. Возможность изменения представления абстракции без ведома клиентов является важным преимуществом инкапсуляции. Если вернуться к рассмотрению автомобиля, то можно продемонстрировать принцип инкапсуляции на примеры реализации акселератора. В одном случае механизм связи между педалью газа и заслонкой карбюратора может быть выполнен с помощью сложной системы тросов и рычагов, а в другом – с помощью датчика, сигнал которого подается на электронное устройство управления карбюратором. В любом случае мы имеем дело с инкапсулированной реализацией этого механизма, при которой водителю нет дела до того, как все устроено. Он управляет подачей топлива через интерфейс, заключающийся в возможности нажатия на педаль акселератора. При разработке большой объектно-ориентированной программы на системы одной из основных проблем становится наличие очень большого количества абстракций, классов и интерфейсов. Так как абстракции не существуют независимо, а взаимодействуют друг с другом, то ситуация усугубляется сложностью графа зависимости между ними. Как одно из средств преодоления сложностей такого рода выступает принцип модульности. Разбиение программы на модули не только позволяет бороться со сложностью, но и заставляет определять и хорошо документировать интерфейсы или интерфейсные классы между модулями, что в свою очередь облегчает процесс объектной декомпозиции системы. Наличие четко определенных и хорошо задокументированных интерфейсов во многом способствует формированию дельного Наличие четко определенных и хорошо задокументированных интерфейсов во многом способствует формированию цельного представления о программной системе и ее составляющих частях – подсистемах. Использование модулей характерно не только для объектно-ориентированного программирования. В традиционном структурном программировании модули играют роль контейнеров, в которые сгруппированы процедуры и данные, которыми они оперируют. Основная задача при этом состоит в том, чтобы в один модуль Основная задача при этом состоит в том, чтобы в один модуль попадали под программы, использующие друг друга или изменяемые вместе. В объектно ориентированном программировании модули выполняют роль физических контейнеров и областей определения типов. Модули могут содержать определение классов, интерфейсов, как в языке Java, а также глобальные объекты и данные, как в языке C ⁇ Разные языки имеют разную поддержку модульности. Согласно Барбаре Лисков, модульность ⁇ это разделение программы на фрагменты, которые компилируются по отдельности, но могут устанавливать связи с другими модулями. В языке C ⁇ это определение по-прежнему может быть признано актуальным. В языке C и раннем C ⁇ предпроцессор и раздельная компиляция служили основными средствами поддержки рассматриваемого принципа. В процессе эволюции и стандартизации в C++ были введены пространства имен, которые являются средством логического разделения области видимости, включаемых в них классов и данных. Существует несколько эмпирических приемов и правил, позволяющих обеспечить разумную модульность. Бриттон и Парнас утверждают, конечной целью декомпозиции программы на модуле является снижение затрат на программирование благодаря независимому проектированию и тестированию. Структура каждого модуля должна быть достаточно простой для понимания, допускать независимую реализацию других модулей и не влиять на поведение других модулей, а также позволять легкое изменение проектных решений. Вероятность возникновения потребности во внесении изменений в интерфейсные элементы модулей должна быть сведена к минимуму, так как такие изменения могут существенным образом затрагивать части системы, использующие данный модуль. Всегда нужно стремиться к минимизации интерфейсных частей модулей, естественно, в разумных пределах, с целью уменьшения сцепления между разными частями системы. Модули должны объединять логически связанные абстракции. Следует помнить, что модуль является минимальной единицей переиспользования и размещения программной системы. Использование даже одного класса, как правило, означает зависимость от всего модуля. Иначе говоря, следует создавать цельные, объединяющие логически связанные между собой абстракции и слабо связанные между собой модули. Правильное разбиение программы на модули зачастую является почти столь же важной задачей, что и выбор правильного набора абстракций. Как и выделение ключевых абстракций, выделение модулей и определение зависимостей и взаимосвязи между ними — это основная задача объектно-ориентированного программирования. Формализуя все вышесказанное, можно дать следующее определение модульности по бучу. Модульность – это свойство системы, которая была разложена на внутренние связанные, но слабо связанные между собой модули. Принципы абстракции, инкапсуляции и модульности являются синергетическими. Объект позволяет определить четкие границы отдельной абстракции, а инкапсуляция и модульность создают барьеры между абстракциями. Возвращаясь к нашему автомобилю, можно выделить такие примеры модулей, как электрическая система, электропитание, освещение и тому подобное, силовая установка, двигатель, карбюратор и так далее, ходовая часть, трансмиссия, распределительный вал, колеса, тормозная система и так далее. Инкапсуляция и модульность позволяют в значительной степени упростить описание процесс разработки системы абстракций но зачастую еще лучше позволяет бороться со сложностью принципа иерархии. Инкапсуляция убирает из поля зрения внутреннее содержание абстракций. Модульность объединяет логически связанные абстракции в группы, а иерархия позволяет разделить абстракции на уровни, то есть образует из абстракции иерархическую структуру. Буч определяет иерархию следующим образом. Иерархия – это упорядочение абстракции путем разложения их по уровням. В объектно-ориентированных системах используются два вида иерархических структур. Структуры классов, иерархические отношения из «э» и структуры объектов, отношения вида «part of». Отношения вида из «э» реализуются в объектно-ориентированных языках с помощью наследования или генерализации. Наследование означает такое отношение между классами, отношение родитель-потомок, когда один класс заимствует, а также расширяет и или специализирует, уточняет структуру и функциональный контракт одного или нескольких родительских классов. Иными словами, наследование создает такую иерархию абстракций, в которой подклассы наследуют строение и функциональность от одного или нескольких суперклассов. Часто подкласс достраивает или переписывает компоненты вышестоящего класса. В наследственной иерархии общая часть структуры и поведения сосредоточена в наиболее общем суперклассе. По этой причине говорят о наследовании как об иерархии, об общении, специализации. Суперклассы при этом отражают наиболее общие, а подклассы – более специализированные абстракции, в которых члены суперкласса могут быть дополнены, модифицированы и даже скрыты. При одиночном наследовании класс может иметь только одного родителя, но реализовывать несколько интерфейсов. При этом интерфейсы могут наследоваться от нескольких родительских интерфейсов. При множественном наследовании у класса может быть несколько суперклассов. Если иерархии общая частная определяют отношения обобщения специализация, то иерархии целая часть описывают отношения агрегации. Агрегация есть во всех объектно ориентированных проектах и языках программирования. Действительно, любой язык программирования, имеющий структуры подобные записям, поддерживает агрегацию. Однако в сочетании с наследованием агрегация создает мощный инструмент. Она позволяет физически объединить логически связанные структуры, а наследование без труда повторно использовать эти общие группы в разных абстракциях. Анализируя иерархии, часто говорят об уровнях абстракции, концепцию которых впервые предложил Дейкстра. В терминах иерархии общая частная абстракция верхнего уровня является обобщенной, а абстракция нижнего уровня – специализированной. В случаях, когда класс потомок не содержит собственных атрибутов и операций, но реализация некоторых унаследованных им методов отличается от родительских, определяется отношение типа «является подобным», is like a. Понятие типа происходит из теории абстрактных типов данных. Дейч утверждает, тип – это точная характеристика структуры и поведения, присущих некоторой совокупности объектов. Несмотря на то, что в некоторых языках существуют отличия между типом и классом, в современных объектно-ориентированных языках эти понятия неразделимы. Под типами подразумевают как примитивные типы, например, char, int, float, так и языковые средства абстракций, определяемые пользователем. Это классы, структуры и интерфейсы. Типизация, как и инкапсуляция, больше относится к области объектно-ориентированного программирования, нежели к области объектно-ориентированного проектирования. Тем не менее, следует учитывать особенности языка при проектировании системы абстракций с тем, чтобы язык программирования обеспечивал соблюдение выработанных проектных решений. Типизация ⁇ это способ защититься от использования объектов одного класса вместо другого, или, по крайней мере, управлять таким использованием. Центральное место в типизации занимают механизмы согласования типов. Конкретный язык программирования может иметь сильный или слабый механизм типизации, или даже не иметь его вовсе. Сильно типизу... Сильно типизированные языки непреклонно следуют правилам использования типов. Так, в языках C++ и Java нельзя вызвать метод у объекта, если он не зарегистрирован в его классе, суперклассе или интерфейсе. Причем нарушение такого рода будет обнаружено уже на стадии компиляции. Smalltalk, напротив, во время исполнения любое сообщение может быть послано любому объекту, при этом возникнет ошибочная ситуация, если объект не в состоянии обработать это сообщение. То есть в его классе или суперклассе нет соответствующего метода. Сильная типизация заставляет разработчика соблюдать правила использования абстракций, поэтому она приносит неоценимую помощь в больших проектах. Однако у нее есть теневая сторона, заключающаяся в необходимости перекомпиляции всех подклассов, а также классов, использующих данный класс при внесении изменений в его интерфейс. Существует два общих решения этих проблем. Во-первых, можно использовать контейнерный класс, обладающий типовой безопасностью ⁇ TypeSafe. Этот подход позволяет решить первую проблему, избегая смешивания объектов разных типов. Во-вторых, можно использовать идентификацию типов на этапе выполнения программы. Это позволяет решить вторую проблему, определяя тип объекта в определенный момент. Не следует путать понятия сильной, строгой и статической типизации. Строгая типизация призвана обеспечить соответствие типов, а статическая типизация, также называя статическим или ранним связыванием, определяет время, когда имена, переменные ссылочного типа или указатели, связываются с типами адресуемых ими объектов. При статическом связывании тип адресуемого объекта, ровно как и тип результата любого выражения, определяется уже на стадии компиляции. При динамическом или позднем связывании тип результата выражения или объекта, на который ссылается указатель или переменная ссылочного типа, определяется во время исполнения программы. При этом указатель или ссылка могут ссылаться на объект любого типа, совместимого по иерархии наследования с типом указателя или ссылки соответственно. Язык программирования может одновременно предусматривать сильный и статический контроль типов, как например ADA, сильный и динамический контроль типов, как например C ⁇ Object Pascal, или не предусматривать контроль типов, но допускать динамическое связывание, как это реализовано в языке SmokeTalk. Наследование и динамическое связывание порождают полиморфизм. Эта концепция теории типов позволяет одним именем, например, одним объявлением переменной, обозначать объекты, относящиеся к разным классам, но связанные с общим суперклассом. Противоположность полиморфизму называется мономорфизм, который характерен для языков с сильной типизацией и статическим связыванием. Формулировка, приведенная ранее, определяет виртуальный полиморфизм, результат взаимодействия, наследования и динамического связывания, наряду с которым различают еще и параметрический полиморфизм, свойства языков, позволяющие объявлять и использовать функции с одинаковыми именами, но отличающиеся типами или количеством своих аргументов. Процесс выбора конкретной функции метода во время исполнения в зависимости от типа объекта или аргументов называется разрешением полиморфизма. Полиморфизм является одним из наиболее мощных свойств объектно ориентированных языков программирования, уступая по степени важности лишь поддержки абстракции. Именно полиморфизм отличает объектно ориентированное программирование от традиционного программирования с абстрактными типами данных. Параллелизм в объектно-ориентированном программировании, как и другие принципы, возник не на пустом месте, а явился результатом привнесения объектной идеи в теорию параллельных вычислений. Необходимость разработки теории параллельных вычислений возникла давно. Задачи автоматизации очень часто требуют одновременной обработки нескольких событий, при решении задач, связанных с большой вычислительной трудоемкостью, очень часто бывает недостаточно мощности одного процессора, и приходится искать решения, основанные на распараллеливании вычислений на многопроцессорных системах. Существует очень много классов задач, где возможность использования параллелизма может сильно улучшить характеристики разрабатываемой информационной системы. Фундаментальным понятием и единицей действия в теории параллельных вычислений является поток управления. Традиционно многопоточность бывает двух видов. Тяжелая, основанная на процессах в операционной системе, и легкая, основанная на потоках в рамках одного процесса. Потоки управления при тяжелой многопоточности существуют каждый в своем отдельном адресном пространстве в рамках операционной системы. С каждым процессом ассоциируется ровно один поток управления. Переключение контекстов исполняемых потоков при операциях межпроцессорного взаимодействия в таких системах, как правило, сопряжено с большими накладными расходами. При легкой многопоточности потоки внутри процесса разделяют общее адресное пространство. При этом возникает проблема обеспечения конкурентного доступа к данным из разных потоков. Программа, работающая в системе с легкой многопоточностью, представляет из себя совокупность из нескольких потоков управления и точек синхронизации. Точки синхронизации обеспечивают целостность совместно используемых данных и взаимодействие потоков между собой. В объектно-ориентированной системе, использующей принципы и средства параллелизма, потоки управления представляются активными объектами, которые являются инициаторами всех происходящих в системе действий. Таким образом, объекты делятся на активные, являющиеся своего рода отдельными вычислительными центрами, и пассивные, на которые направлено воздействие активных объектов. Параллелизм дает возможность объектам действовать одновременно. На основе этой идеи Буч дает следующее определение параллелизма. Параллелизм – это свойство, отличающее активные объекты от пассивных. Как только в систему введен параллелизм, сразу возникает вопрос о синхронизации активных объектов друг с другом и последовательными пассивными объектами. Например, если два объекта посылают сообщение третьему, то должен существовать какой-то механизм, гарантирующий, что объект, на который направлено действие, не разрушится при одновременной попытке двух активных объектов изменить его состояние. В этом вопросе соединяются абстракция, инкапсуляция и параллелизм. В параллельных системах недостаточно определить поведение объекта, надо еще принять меры, гарантирующие, что он не будет растерзан на части несколькими независимыми процессами. Параллелизм может обеспечиваться как средствами языка, например, в Java, ADA, Smalltalk, так и специально написанными библиотеками, которые используются при написании параллельной системы с использованием языков, не имеющих встроенной поддержки этого принципа, как, например, в C ⁇ Следует, однако, отметить, что даже если язык имеет стройную поддержку параллелизма, все равно необходимо учитывать устройства и особенности организации многопоточности в конкретных операционных системах, под управлением которых планируется разработка разрабатываемой системы. Следует, однако, отметить, что даже если язык имеет встроенную поддержку параллелизма, все равно необходимо учитывать устройства и особенности организации многопоточности в конкретных операционных системах, под управление которых планируется работа разрабатываемой программы. Любой объект или данные в программной системе существуют во времени и пространстве, то есть памяти ВМ. Одни объекты существуют только как промежуточные результаты вычисления выражения, другие могут вообще пережить программу, оставаясь сохраненными в базе данных. Этот спектр подразделяется на следующие уровни: промежуточные результаты вычисления выражений, локальные переменные и объекты в блоках, а также при вызове процедуры функций, статические переменные классов, а также глобальные переменные и объекты в динамической памяти. Данные, сохраняемые между сеансами выполнения программы, данные, сохраняемые при переходе на другую версию программы, данные, переживающие программу. В языках программирования традиционно можно встретить поддержку верхних трех уровней этого спектра. Три нижних уровня, как правило, входят в компетенцию баз данных. Кроме сохранения объектов во времени, актуальным является вопрос возможности транспортировки, то есть переноса объектов из одного средоисполнения в другую, возможно, находящуюся на удаленном компьютере, как, например, в распределенных системах. Итак, можно привести следующее определение сохраняемости по бучу. Сохраняемость ⁇ это способность объекта существовать во времени, переживая породивший его процесс и или в пространстве, перемещаясь из своего первоначального адресного пространства. На этом мы закончим рассмотрение основных принципов объектно-ориентированного программирования и перейдем к рассмотрению природы и основных свойств объектов, как кирпичиков для построения информационных систем. Основными конструктивными элементами в объектно-ориентированном анализе и проектировании сложных систем программного обеспечения являются классы и объекты. Термин «объект» в контексте программирования информационных систем впервые появился в языке «симула», разработанном для моделирования окружающей действительности. В простейшем случае объекты выделяются на основе реальных сущностей предметной области, к которым относится разрабатываемая программная система. При проектировании информационной системы с использованием объектного подхода разработчик выделяет объекты на основе их наиболее существенных характеристик в предметной области. В общем случае программные объекты обладают далеко не полным набором свойств и характеристик в сравнении с моделируемыми ими объектами реального мира. Далеко не все объекты, существующие в информационной системе, имеют свои аналоги в реальном мире. Зачастую в процессе проектирования и разработки появляется большое количество вспомогательных объектов, призванных обеспечить среду существования для бизнес-объектов. Понятие бизнес-логики и бизнес-объекта служат для обозначения той части программной системы, которая непосредственно моделирует процессы реальной предметной области. Задачи, для решения или автоматизации которой разрабатывается информационная система. Важным отличием объекта от экземпляра абстрактного типа данных является то, что объект обладает состоянием, поведением и уникальностью, идентичностью. Таким образом, можно дать следующее эмпирическое определение объекта объект обладает состоянием, поведением и идентичностью, структура и поведение схожих объектов определяет общий для них класс, термины экземпляр класса и объект взаимозаменяемы. Рассмотрим понятие состояний поведения и индивидуальности объекта. Зависимость поведения объекта от событий и от времени объясняется тем, что у объекта есть внутреннее состояние. Состояние объекта характеризуется перечнем, обычно статическим, всех свойств данного объекта и текущими, обычно динамическими, значениями каждого из этих свойств. Например, одним из свойств торгового автомата является способность принимать монеты. Это статическое, то есть фиксированное свойство, в том смысле, что оно существенная характеристика торгового автомата. С другой стороны, этому свойству соответствует динамическое значение, характеризующее количество принятых монет. Сумма увеличивается по мере отпускания монет в автомат и уменьшается, когда продавец забирает деньги из автомата. В некоторых случаях значения свойств объекта могут быть статическими, например, заводской номер автомата. Поэтому в данном определении использован термин «обычные динамическими». Перечень свойств объекта является, как правило, статическим, поскольку эти свойства составляют неизменяемую основу объекта. Мы говорим, как правило, потому что в ряде случаев состав свойств объекта может изменяться. Примером может служить робот с возможностью самообучения. Робот первоначально может рассматривать некоторое препятствие как статическое, а затем обнаруживает, что это дверь, которую можно открыть. В такой ситуации по мере получения новых знаний изменяется создаваемая роботом концептуальная модель мира. Все свойства имеют некоторые значения. Причем существенным является то, что эти свойства могут быть как простыми количественными характеристиками, то есть иметь числа в качестве значений, так и ссылками на другие объекты. Если говорить об автомате, то количественной характеристикой является сумма опущенной в автомат мелочи. С другой стороны, состояние автомата определяется также наличием напитков, которые являются самостоятельными объектами, отличными от торгового автомата. Их можно пить, а автомат нет, и совершать с ними иные действия. В информационной системе тот факт, что объект имеет состояние, означает, что значения, количественные или ссылочные, образующие это состояние, должны где-то храниться. Как правило, эти значения хранятся в оперативной памяти, и таким образом объект занимает место в пространстве, в памяти компьютера. Объекты не существуют изолированно, а взаимодействуют друг с другом, реализуя поведение. Поведение ⁇ это то, как объект действует и реагирует. Поведение выражается в терминах состояния объекта и передачи сообщений. Иными словами, поведение объекта ⁇ это его наблюдаемая и проверяемая извне деятельность. Взаимодействие объектов может быть описано в терминах операций. Операцией называется определенное воздействие одного объекта на другой с целью вызвать соответствующее действие или реакцию. Поведение объекта определяется выполняемыми над ними операциями, переданными ему сообщениями и его текущим состоянием. Причем некоторые операции могут изменить внутреннее состояние объекта, или в терминах концепции сообщений реакция на некоторые сообщения ведет к изменению состояния объекта. В результате мы подошли к следующему важному утверждению. Состояние объекта представляет суммарный результат его поведения. В языках C ⁇ и Java концепции передачи сообщений и операций реализуются через один и тот же механизм вызов методов или функций членов класса. Поэтому по своей сути являются эквивалентными. Всего можно выделить пять видов методов или операций. Модификатор – операция, изменяющая состояние объекта. Селектор – операция, имеющая доступ к состоянию объекта, но не изменяющая его. Итератор – операция, обеспечивающая доступ ко всем частям объекта в строго определенном порядке. Конструктор – операция, создающая объект и или инициализирующая его состояние. Деструктор – операция, стирающая состояние объекта и или уничтожающая сам объект. Все эти виды имеют разную поддержку в объектно-ориентированных языках. Конструкторы и деструкторы дают контроль над процессами создания или уничтожения объектов и в большей степени являются операциями, Селекторы и модификаторы являются наиболее часто вызываемыми методами объекта и могут использоваться как обработчики сообщений. Итераторы обычно стоят несколько обособленно, причем зачастую для реализации итеративного доступа к контейнеру используются специальные объекты. Для возможности идентифицировать объект, различать объекты между собой, необходимо ввести понятие идентичности. Идентичность или уникальность объекта является очень важной его характеристикой. Практически всегда объекты можно различить хотя бы потому, что они занимают отдельное место в памяти ЭВМ. При этом мы имеем дело с уникальностью, основанной на адресуемости. Разные языки могут предоставлять различные средства для поддержки идентичности объектов. Для идентификации объекта во время исполнения программы в большинстве случаев достаточно использовать ссылку или указатель на объект. С точки зрения программы, на этапе исполнения объект рождается тогда, когда под него выделяется память и происходит инициализация его состояния. Объект заканчивает свой жизненный путь тогда, когда высвобождаются занятые им ресурсы, и память возвращается в систему для дальнейшего использования. В разных объектно ориентированных языках существуют разные механизмы, управляющие рождением и уничтожением объектов. Для управления процессом создания и уничтожения объектов используются конструкторы и деструкторы, а также операторы new и delete или время жизни объектов. Регулируется сборщиком мусора, который уничтожает объекты, на которые больше нет ссылок. Поведение системы определяется взаимодействием между объектами. Отношения между двумя объектами основываются на взаимных предположениях о допустимых операциях и ожидаемом поведении. Особый интерес для объектно-ориентированного анализа и проектирования представляют два типа отношений между объектами – ассоциация или связь и агрегация или композиция. Термин «связь» или «линк» заимствован из работы Рамба и соавторов, определивших его как физическое или концептуальное соединение между объектами. Объект сотрудничает с другими объектами, используя связи с ними. Иначе говоря, связь ⁇ это конкретное соединение, через которое объект или клиент запрашивает услугу у другого объекта или сервера, или управляет им. Практически это означает, что для того, чтобы объекты могли взаимодействовать друг с другом, между ними должна существовать прямая или косвенная связь. С точки зрения языка программирования, прямая связь означает, что сервер достижим или адресуем со стороны клиента напрямую с использованием переменной, ссылки или указателя, а также с использованием глобальной видимости. Косвенная связь может быть реализована с помощью ассоциативного контейнера, ключа или специального механизма, который может обеспечивать в конечном счете доступ от клиента к серверу. Несмотря на то, что взаимодействие является однонаправленным, данные могут передаваться в обоих направлениях. От клиента данные передаются через аргументы при вызове метода. А от сервера данные передаются возвращаемым методом значений. Даже если между клиентом и сервером существует двусторонняя связь, клиент и сервер могут иметь ссылочные переменные или указатели, адресующие друг другу. Эта связь все равно в конечном счете представляется двумя отдельными связями, при глобальном рассмотрении взаимодействий можно выделить три основные категории объектов. Объекты-актеры – это объекты, которые воздействуют на другие объекты, но сами никогда не подвергаются воздействию. Это своего рода источники всех взаимодействий в системе. Объекты-серверы – это объекты, которые могут только подвергаться воздействию со стороны других объектов, но никогда не выступающие в роли взаимодействующих объектов. Это своего рода конечные точки воздействия в системе. Объекты, агенты – это объекты, которые выступают как в активной, так и в пассивной роли. В конечном счете они являются переносчиками воздействия системе. При локальном рассмотрении взаимодействий актеры всегда выступают в роли клиентов, серверы всегда выступают в роли серверов, а агенты при взаимодействии для одних объектов являются серверами для других клиентами. При этом, как правило, агент выполняет операции в интересах какого-либо актера или агента. В то время как связи обозначают равноправные или клиент-серверные отношения между объектами, агрегация описывает иерархию целая часть и позволяет переходить от целого агрегата к его компонентам. В этом смысле агрегация является частным случаем ассоциации. Подразумевается, что объект, представляющий собой часть другого объекта, имеет связь со своим агрегатом. Используя эту связь, агрегат может посылать сообщения своим частям Агрегация не всегда означает, что один объект буквально включает в себя другой объект. Например, самолет физически состоит из крыльев, двигателей, шасси и прочих частей. С другой стороны, отношение акционера с его акциями ⁇ это агрегация, не означающая физическое включение. Акционер едины лично владеет своими акциями, но не состоит из них. Эти отношения целая часть относят абстрактный, а не физический характер. Логически агрегация определяет отношение вида целая часть. При этом физически она может быть реализована как с помощью композиции, так и с помощью ассоциации или связи. При композиционном отношении между объектами существует зависимость по времени жизни. Так, агрегант, часть, не может существовать без агрегата целого. При уничтожении объекта целого уничтожаются и объекты части. При ассоциативном отношении объекты могут существовать независимо друг от друга по времени жизни. Между связями или агрегацией существует явный компромисс. Агрегация иногда предпочтительней, поскольку инкапсулирует части целого, скрывая их от внешних клиентов. В других случаях, наоборот, предпочтительные связи, поскольку они позволяют ослабить взаимоотношения между объектами. Разумное проектное решение требует значительного анализа этих двух факторов. С целью осмысления и закрепления материала, рассматриваемого в ходе лекции, предлагаю следующие вопросы для СРС. Первое. Что такое объект? Второе. Что такое поведение объекта? Третье. Что такое атрибут объекта? Четвертое. Какие существуют отношения между объектами? Рекомендуемый список литературы поможет более глубоко и подробно самостоятельно изучить рассматриваемую тему и выполнить задание СРС. Первое. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++. Автор – Буч. Второе. Основные концепции и механизмы объектно-ориентированного программирования. Теория и технология программирования. Автор – Пышкин. Третье. Си C, C++, Структурное и объектно ориентированное программирование. Практикум, авторы Павловская. Щупак. Лекция окончена. Спасибо за внимание.